проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 142. Скажите, почему в Библии говорится, Ефесянам 5:33, «Жена да боится своего мужа»? Почему она должна во всем слушаться? Муж не Бог, может ошибаться и заблуждаться. Ответ Игнатия Лапкина. Слушаться только в том, что не противоречит Священному Писанию. Поэтому скорее начинай изучать Библию, чтобы знать свои права. Не нужно было выходить замуж, и сейчас бы не пела, словно ласточка свободная была. На свою беду тебя я повстречала, и забыть, как ни старалась, не могла. 1 Коринфянам 7 глава 28 стих. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. 1 Коринфянам 7 глава 33-34 стихи. А женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов.